Почти 28 тысяч северодвинских пенсионеров получат прибавку в этом месяце. Повышение связано с ежегодным перерасчетом и коснется тех, кто продолжает трудиться. В отличие от традиционной индексации, когда размер пенсии увеличивается у всех на определенный процент, данная прибавка будет индивидуальной. В расчет берется официальная заработная плата, да, работодатели с нее заплатили страховые взносы, и вот эти как раз страховые взносы идут на повышение пенсии именно работавшим в 2016 году пенсии гражданам. Величина прибавки связана с размером заработка, но не может превышать 3 пенсионных балла. В среднем пенсии работающих пенсионеров вырастут на 201 рубль. Увеличенные выплаты начнутся с 3 августа.